Ребят, всем привет, с вами Илья Бобров, и у нас сегодня техническое открытие нашей новой точки, которую мы открыли на Комендантском. Название этого филиала вы обязательно узнаете на нашей онлайн-конференции, которая состоится 9 декабря, напоминаю, в 14:00. Билеты на нее вы можете купить внизу по ссылочке. Что такое техническое открытие? Мы техническое открытие практикуем в тех случаях, когда у нас есть заминка по времени. Допустим, мы не нашли сотрудника, нам не успели вовремя произвести всю мебель. Так вот, мы хотим протестировать вообще эту мастерскую без рекламы. Эта мастерская на картах нигде не отмечена. Клиенты об этой мастерской из наших других сервисов не знают. И нам сегодня, наша сегодняшняя задача – это проверить, сколько мы заработаем денег на проходнике. То есть люди мимо идут, увидели, оставили ключи, мы им сделали. И вот наша задача – понять, сколько в сухом виде мы заработаем. Зачем нам нужно техническое открытие? Какие цифры мы хотим здесь получить? Мы знаем стоимость заработной платы человека. Мы знаем стоимость аренды, мы знаем стоимость заготовок и мы знаем стоимость наших сервисов. Так вот, эта сумма является постоянным расходом. Вне зависимости от того, сколько вы заработали, эту сумму вы всегда будете отдавать. Так вот, наша задача понять, если мы сможем заработать на все вот эти пункты без рекламы, без привлечения, то это значит, что точка действительно работает. Потому что если мы сюда вложим деньги в маркетинг, это уже будет сверхприбыль. То есть вот эти цифры будут нам давать уже нашу почти чистую прибыль, потому что все основные расходы мы уже покрыли проходником в этой локации. Ну что, друзья, мы начинаем. Погнали обслуживать наших клиентов. Здравствуйте, а ключи долго делать? Нет, 5 минут. Лютый. Лютый ключ. Три таких. Ну, короче, зарабатываем пока. Видите, обзор, сами понимаете, все честно. Пока Влад будет делать ключи, я продолжу рассказывать вам о том прекрасном девайсе. И вот, да, я начал говорить про кейс. Кейс реально очень удобный. Я их искал, кстати. А где ты их взял? А, да? Не успеваем ключи выдавать, что-то первый день у нас. Да. Да, можем сделать. Я прямо сейчас могу сделать. Да, сейчас нарежем. Что тут, короче, коле и обычные вертикалки. Вот, все, больше ничего не надо здесь. Минут 5-7 будет готово. 5-7 будет готово. Алло, да, Денис, привезите мне срочно заготовок. Сейчас на склад информацию отправил. У меня не хватает, очень нужно. Проверите все. Если все отлично, все отлично. Если вдруг что-то будет клинит, да, обязательно. Так, друзья, ну что, у нас есть небольшой результат. У нас было сегодня 4 клиента, обслужили их на сумму 5350, но нам еще осталось работать. Напоминаю, время сейчас 18:36, а это значит, что час пик еще не закончен, 2,5 часа работать. И какую сумму мы заработали в итоге, вы узнаете о ней на нашей ключной конференции. Давайте, вот у нас есть цифра 5350. Вот я сейчас возьму 5350 умножу на 30 рабочих дней, 160 500. 160 500, я думаю, что этих денег нам будет точно достаточно для того, чтобы полностью покрыть все наши расходы, которые я озвучил ранее. А это еще не было автомобильных ключей. Мне соседи сказали, что нас искали, хотели сделать автомобильный ключ. Бесконечно ходят, просят сделать домофонки. То есть, если за один день такой результат, рандомный результат, я бы так это сказал, то я думаю, что десятку в день просто никак, без рекламы мы точно сможем сделать и уж точно начнем зарабатывать. Поэтому мы эту точку сейчас будем доводить до ума. Буквально через неделю привезут остальную нашу мебель, витрины. Мы сюда закинем кучу товара, и завезем сюда кучу оборудования и начнем здесь по-настоящему зарабатывать. Этот проект мы не закрываем. Результаты работы прокачанной точки вы уже знаете после конференции. Я думаю, что в январские праздники эта точка выйдет реально в настоящие рекорды, и
какая сумма будет, вы об этом обязательно узнаете. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, потому что впереди еще много чего интересного. Но я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашей онлайн-конференции, которая состоится 9 декабря в 14:00.